Мы вот с другом нашли в социальных сетях такую группу, меняем пакеты на конфеты. Знаете, мы студенты и решили вот обменять немного, насобирали, да, бутылок. А, замечательно, у нас есть волшебная коробка, так что ваши бутылки отправляются сюда, а вам, соответственно, предлагаются конфеты. Студенты Артем Дудин и Александр Подвальный помогли очистить наш город. Парни принесли около десятка пластиковых бутылок и получили небольшую благодарность – сладости. Собранные бутылки вместе с пакетами поступят на перерабатывающий завод, где превратятся в абсолютно новые изделия из пластика. Когда проводим акцию, там всегда висят два телефона. И если вы понимаете, что вы не состыкуетесь с нами по времени, у вас очень большой объем, и вам просто совершенно неудобно это вести. Замечательно. Вы звоните, мы приезжаем и забираем. Этот сюжет был снят нами в начале лета. Тогда акция по сбору бутылок только набирала обороты. Как обстоит дело сегодня и кто приносит сдавать бутылки, коммерческий директор предприятия по сбору и переработке вторичных ресурсов Евгения Леонтьева рассказала нам при встрече. Акция была придумана в качестве подарка городу для начала весны. Первый раз мы ее провели 1 марта этого года. Собрали на тот момент, с первой, самой первой акции, мы собрали порядка 30 килограмм совершенно разного пластика. Сейчас у нас на дворе, соответственно, конец сентября, и уже более полутонны мы набрали. Пластиковые пакеты, пластиковые бутылки, игрушки, упаковки из-под еды. Сейчас стали приносить упаковки из-под шампуней и любой другой случившийся дома пластик. После каждой акции мы получаем в среднем порядка 30 килограмм пластика. Люди за это получают позитив и хорошие и конфеты на свой вкус. Но перед каждой акцией и после каждой акции раздаются телефонные звонки со словами: «Ребят, у нас очень много, приедьте, заберите, пожалуйста». Интересный случай, потому что мы стоим обычно на Мира 53 во дворе бизнес-инкубатора. Была ситуация, когда соседний магазин нам сдавали пакеты кулями. Штук 10 за раз сдали. И тогда мы начинаем жалеть, что мы не можем охватить весь город обменом на конфеты.